жительница села Зюри Елена Вятская готовится к районному конкурсу «Лидер села». Она будет представлять Нижнешандырское сельское поселение. Я уже с маленьких лет как бы лидер в команде. Всегда люблю командовать, всегда люблю учить, это быть примером. Конкурс состоит из нескольких этапов. Это визитка и творческий номер. Но прежде всего необходимо выбрать достойного участника, который наиболее активен и способен продемонстрировать свои лидерские качества на высоком уровне. Зеркало нашего села. Они как бы этот заслужили. Это они долго лет, долго уже. Если на зюринской сцене еще идут репетиции, то Эльдар Муллахметов уже успел проявить свои таланты. Директору Тавельской школы в этом помогли свои же ученики. У меня говорят, вы почему много работаете, а нигде вас не видно, ваши результаты. Вот я говорю, выступлю там, место возьму, а потом все уйдет. Важной составляющей конкурса является создание дополнительного сектора артистов самодеятельности. Как отмечает директор Тавельского сельского дома культуры, за счет конкурса выявляются новые таланты. Проехали очень много уже, вот посмотрели очень много номеров. На самом деле, очень талантливые люди. В четырех зонах Мамадышского района уже прошли конкурсные дни. Компетентное жюри оценило номера и уже готовится к следующим отборочным дням. Участники, прошедшие в следующий этап, будут бороться на звание «Лидер села» на сцене районного дома культуры. Гульнагиль Мулина, Ландыш Бабаниязов, Фаиль Шайхутдинов. Новости Татарстана.